Это напоминает мне анекдот. Заходит один парень в бар, подходит бармену и говорит: «Бармен, хочу с тобой поспорить. Давай отобьемся на 300 баксов, то я насну вон в тот стакан и не пролью ни капли мимо». Бармен смотрит, до стакана добрых метра 3, не больше. «Мазафака, давай. Значит, ты можешь насать вон в тот стакан, стоя здесь, и говоришь, что не прольешь при этом ни единой капли? Ты ставишь на это $300, я правильно тебя понял?» Парень отвечает: «Именно». Бармен говорит: «Молодой человек, считайте, что мы забили, мазафака». А чувак говорит: «Окей, тогда начнем». Вынимает болт, смотрит на стакан, думает про стакан, думает про стакан, думает про стакан, думает про болт, думает про болт, думает про болт, болт, стакан, болт, стакан, болт, стакан, болт, стакан. И фух! Начинает ссать вокруг. Сыт на все, что есть вокруг. Сыт на барную стойку, сыт, короче, на столы, сыт на посетителей, сыт на бармена, короче, на все сыт просто вообще волханалия, мадафака. Сыт на все, кроме этого ебаного стакана. А бармен смеется до охуения. Он теперь богат на 300. Он смеется, и моча по нему течет. Он смеется и говорит: «Ты идиот пизданутый. Ты обоссал все, что только можно вокруг, кроме этого ебаного стакана. А стакан так и не попал. Ты должен мне $300, сучонок». А чувак говорит: «Извини, сейчас». И идет другой конец бара, где пара ребят играли в бильярд. Ну, там о чем-то с ними шепчется. Возвращается, кладет 300 баксов, говорит: «Вот твои 300. А бармен говорит: «Уль, ты радуешься, ты только что проебал 300. А чувак ему говорит: «Вон из тех ребят, я только что поспорил с ними на $500 с каждым, что насу тебе на стойку, насу на телефон, насу на бар, тебя самого обоссу. Но ты при этом не то что не разозлишься, ты будешь просто счастлив». Смешная херня, да? Ты будешь счастлив, говорит. А, чувак. Фак, мазафака! Да, мазафака! Я тут распинаюсь, а он... А так вот, мазафака. Здорово, бич! Да, мазафака. Сука! А вот так вот. Да! Всех за табуречу! Ни хера, на тебе! Огонь вообще! А что, они только за мной, короче, бегают? На! Ох ты, сучка! Окей, я видел в фильмах так делают. Ни хера вообще, со стулом бежит на меня! Да, мазафака. Ни хера вообще, что за огонь игра, ребята, я вам кричу. А так. Суки зажимают. А так вот. Ни хера, короче, ты что там, железный что ли? На, мазафака. Охереть, я ему челюсть разбил. А так вот. Прям на сярку. А-а-а! Ни хера, ни хера, ни хера вообще. Охереть. Ни хера. Жесть. А чё вы все за мной только бегаете? Чем я вам не удосужил? Или удосужил, или что? Мазафака. Игра вообще. Что ты делаешь со мной? А, мазафака. По сути дела, ребятки, короче, игруля напоминает нам такой некий примитивный файтинг, уличный барный, не знаю, как это правильно назвать. А вот так вот, короче, поднимем же бокалы. А, ни хера вообще. На тебе, сучка. О, смотрите, короче, розочка, на тебе. Ера, шокинг рейди. Ну давайте за шокингом. Офигеть, короче. Пинаем этих сучек. Пока не повставали. Ни хера, Санова Бич. У него бутылка, ребятки, он не по правилам дерется. А, мазафака. На, сучи. Гитаристы.
Ни хера. Я не сдался. Ой, сука, это караоке. Охереть, я ему глаз... Череп сломал, вы видели, короче? Башка лопнула, я тащусь вообще. Что это? Игра очень кровавая, ребятки. Очень, весьма ожесточенная. И что самое интересное, тут есть еще куча разных модов на нее. То есть, короче, здесь не все дерутся против вас на самом-то деле. Они могут всегда менять свое мнение. В зависимости, кому ты помог, не помог. Если на кого напал там, или просто, в принципе, там кому-то кто-то не понравился. Сука, на. О, прет. А вот так он тебе в глаз. Алкоголь убивает, мазафака. Да, мазафака. Вот так вот, заново печь. Короче, сейчас, подождите, вот тут вот немноженько надо, короче. Нихера вообще. Совсем, что ли? Офигеть, у него, короче, вот так вот, короче, лысый череп. Ворот мне ноги, что это вообще? Чувак, на. И тебе в глазик, короче. А, бичес. Тут, короче, есть еще что? Спешалы. Такие, как, например, по мере... Мочугание типов, нихера вообще, он с палкой в голове на меня нападал. Помимо когда, того, как вы бьете здесь типочков разных, у вас, что у вас происходит? У вас накопление в верхнем левом углу трех видов спешалов, которые вы можете использовать. Так, что в этой комнате есть? Интересно, нихера нет. Все, а в этой... Чувак! Нихера вообще, ты кто? Такие сидят, короче, мазафака, Стивен Сиал или кто это? Это кок, это бешеный корабельный кок. Нихера, я тебе камешками закидаю, сучка. Нихера вообще. Слушай, по полной программе. Да, по лазику. Нихера вообще, короче, кровища тьма. Да, мазафака. Охереть, мы ему руку сломали, вы видели? Вот так вот, короче, мазафака. И тебе достанется, короче. Так. Он взяли, испортили всю меблю. Да-да. Технологии. Вообще, короче, эти крючки. О, палочка, короче. А вон тому сейчас в глаз воткнули. А так вот, короче, нихера дырку пробили, офигеть, короче, чё здесь только нельзя сделать. Вот так вот, короче, еще одному в садомию, короче. У меня вообще жизни утекают, да? Смотри, мы им, короче, палки втыкаем в голову, им похер вообще, терминаторы, мазафака. Нихера ты пригнулся, короче, королева, я тебе кричу. Да, мазафака! Охереть вообще. Садомия полная. Агония вообще. Да, мазафака. Еще одного вырубили, короче. Задача в этой игре, я так понял, победить тех. Тех убить, тех наказать. Давайте стейком жирным кого-нибудь. Жир убивает. Холестерин. Да, мазафака, короче. Мясо от мяса. Говорит, три вещи люблю, говорит. Ездить на мясе, есть мясо, и мясо в мясо. Так, ну, ох, нихера вообще, короче, прикинь, короче, вот это ты красавчик, я тебе кричу. Сейчас еще симпатичнее будешь. Да, мазафака. Вот так вот, короче, глазик выкололи тебе. Нихера, короче, вот это мазафака. Полная садомия. На, на. Станова бич. Нихера, вот это походу по мою душу. Не добежал, братан. Да, мазафака. Давайте вон там обстановочку разрядим немного. Нихера вообще. Да, короче, на тебе. Еще туда стульев. Мало стульев на втором этаже. Давайте еще.
Оп, как-то не вырубил его. На, мазафака! Вот так вот. Вот так вот, короче. Да, мазафака, да. Вырубили мазафаку. Ой. Нихера, короче, ты охерел. На меня нападать, короче, вот так вот просто открыто. Такой идет симпатичный к тебе. Оба-на. У нас с вами, ребятки, что у нас с вами? Это что было? Как это называется? Я не помню. Бутылочка, короче. Розочка, вот, в натуре, короче. Еее, мазафака, короче. А чё вы? Я не пойму, чё такие симпатичные, короче? Стоят такие. Музыка говно. Нихера такой, замахнулся на меня, посмотри, короче. Мадонна. Такой возмущенный, what the fuck, я не при делах, короче. Smile, you candid camera. Все, короче, ребятки, вешайтесь. Вы меня достали. Нихера, короче. Вообще автономия. Огонь вообще, мазафака. Вообще демоническая сила, я кричу. Вот так вот. Слезется. Мы спустим его с лестницы. О, у нас еще палка есть, кстати, ребятки. Можно, короче, жить. Отлично, мазафака. Вот так вот, короче. Зубы ему выбьем. Охереть вообще. Игра антистресс. Отлично, еще одного рубанули. Влетаем. Главное влететь в толпу. Дальше всех затянаем. Ох, нихера вообще. Что это за самурай? А, мазафака. Чуваки тут! Бешеные! Эти, как там их? Сушиманы! Нихера! Отвали от меня, дрянь! Вот так вот! Нихера! У мазафака! Чувак, погоди! Страшно, да? И мне страшно. Куда ты там нагнулся? Брось стул. Сука, все. Я тебе сейчас порежу. Нашинкую. Салат, иди сюда. Охереть. Вообще игра страшная. Маньячная. До осенения. Вот так вот, короче. Нихера. У тебя пол головы нет, чувак. Ники! Вау, это чё? Опять этот маньяк за мной гонится. Охереть. Да, мазафака. Вот так вот, санова дичь. Так. Воу, не так быстро, детки. Ну всё. Папочка готов резать. Охереть, прикинь, короче, и ему побую. Давай, быстрее. Да, мазафака, так дед. Бум, шакалака. Ему похер!
Охереть вообще, ты реально, короче, какая-то дрянь. Нихера. Стоять. Да стой, сука. Нихера сразу двух. Вот это, короче. Да, ребятки, как я и говорил, оружие здесь дохерища, короче. Разные режимы карты. Так что можно выбрать свой сценарий. И по нему рубиться. Да, так бывает, чувак. Так бывает. Нихера. Все, садомия. Come on, мадавага. Бум, шакалака. Садова, бич. Нихера вообще. А, сучка. Охереть вообще. Режим берсерка здесь просто огонь. Стоять, мадафака. Ты бишь. Ой, мама. Закончился режимчик. Да ты посмотри, ты что, не бессмертный, что ли? Вот так вот, короче, гадим. Так, здесь, короче, что? Ноль. Мы что, всех вымочили? Охренеть, короче, ребятки. Вот такая вот игруля. Разные, напомню, карты, разные, короче, типа оружия, можно бить, крушить, все ломать, короче, сжигать. Небольшая, но довольно-таки богатая для такой игры система боездействия, приемов и так далее, и тому подобное. Так что скачивайте, игра в бесплатном доступе, развлекайтесь. Антистрессуйтесь. А с вами был канал League Game. Let's Play in Rack. Меня зовут Олег. Пока, ребятки, увидимся.